Хорошо. Не, ребят, фит кругом. Хотя по КС хорошо шел. Ну же, голуби, еще голуби. Почему-то музыки нет. Что Вальвы с нами сделали? Под музычку в разы веселее играть. Так. Ну-ка снизу.
Теперь смотрите, ребят, я сделал килл. Сейчас, playing Dota 2. Я сделал килл, и руна мне должна повезти с руной. Нет, засрань. Ни разу мне не повезло с руной. Скай хочет убить центр. Так. Хорошо. Ну и без мана надо домой сходить. Вверху, да, вообще не вариант. Ну, вообще он красавчик, кстати, нормально среагировал. Вот. Сейчас на крипах мы будем подойти, начать пуфаться. И это наш рыб. Есть. Ребята, опять против Тинкера, но... Как видите, я не рандомлю, я уже беру... Герой, который хорошо ладит с Тинкером. Так что норм. Как же у нас ребята с Абадоном-то любят сражаться? Все вроде просто. Сверху Абадон, беги. Снизу Мипарь, мочи. Так, увидел меня. Ну, пусть стоит дальше, терпит. А мы поищем Мипа. Ой, я его нашел. И бегать за ним до конца игры. Нечего ему тут фармить. А еще стаки заберем. Хорошо. Вообще найс. Вот и руна. Вот она руна, то что надо. Там обад... там трал. Не хочу я прикрывать.
на хосте побежать. Оп. Оп. Так, и чувствую, они прям не выдержали давление по всем линиям. Вообще все перебежали в центр к Тинкеру. Ну ладно. Музыка, я не знаю, как ее сделать. Она вроде была. Куда она пропала? Ну же. Такой пуш, ну Тинкер, да. Тинкер должен это отбивать. А вот этого надо наказывать. Отойдем. У нас Тимбер есть. Еще Войд вылетел. Так, Войда надо брать под контроль. И чувствую, я сейчас фидану. Давай, мочи их. Хорошо, и уйдем. Оп, законтролил. Хорошо. Бежать. Опс. Всем привет, ребят. Всем добрый день. Интересно, куда Войда контролирует. Put Void in Woods. Все, ребят. Вопрос с Войдом решен. Вот Абадон, Абадон нам не нужен. Абадона мы игнорируем. А вот в центре нормально. Тинкер пожадничал, мог лазер дать. В итоге меня возвращают, и я умираю. Нет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Но все равно. Ладно. А, надо было чуть-чуть раньше улетать. Хотя. Нет. А потом делает свое дело. О. Давайте вон.
Твой зарабатывает деньги. Как я могу сказать, честно говоря, мне в папочке, ну, такая веселуха у меня. Почему-то не везет. Ты вроде играешь, все, вы все правильно делаете, бах, он вылетает. Нафиг ты вылетаешь, играй. Так. Тавр снизу мертвый. Ну, надеюсь, когда-нибудь он вернется, он же там не навсегда нас кинул. Вот. Он захочет прийти к своим ребятам и подтащить. Так, Вайду нужно подойти на деф. Подошли на драку. Отлично. Ага. Это то, что надо. Очень наглый парень. Ой, ребят, могу сказать, что с вылетевшим Вайдом играть повеселее стало. We can expire easy. Thinking of... А Тинкер время даром не теряет. Тинкер просто сразу отжимает паузу. Вот оно, можем. О, oh, good. So I pause to... Фрика he have. He will be glad. Тинкер прям не сдается. А вот чё, ну более-менее, кстати, максить ворот, если ты стоишь против жесткой линии. Ребят, что поделать? Все, да, все у нас находятся именно там, где и надо, на школе, так что никуда не денешься от этого. Да, комменты я читаю. Надеюсь, Войд там не умрет сейчас. Так, теперь самое главное БКБ нафармить и все. Ноп. Я думаю, теперь он порадуется. Так. Применение. И там делают минуса. Ну, ТП-шечка у нас есть, тавр снизу есть, мы в любой момент туда придем на движуху. Пока там куча людей, им хорошо. Против дизраптора в лобовую атаку лучше не ходить. Я пока посплитую. Пойдем тинкер ловить. Да, тинкеров надо убивать. Или мемпорей, одно из двух.
Это был рак, да. Это был рак мозга. Ну ничего, ребят. А, там еще аппарат, соль-то, скорее всего, меня убил. Ну что-то больно бьет на самом деле. Надо ждать, когда он запуфается. Чтобы он запузался всеми, и после этого будет найс. Да, если сделать БКБ, он ДПС вообще не будет делать. Так. И вайда БФ, хорошо. Надеюсь, ему нормально. Ну же. Оп. Надо БФ принести, тогда будет рубить пацанов. О, тут же Джакира. Да, мульта в ульту. Ну, там еще поддержка аппарата. Слегка нечестно. Так, а здесь движуха. Поскольку дизраптор мертв, ловить нас некому. Еще лежит ДД. Ну, не умрет, но я добью. Я могу сказать, что Абадон делает игру там. Причем что-то он ее круто делает. Что бегает, всех сейвит, нападает. Вон они под нашей базой бегают. Это не совсем нормально. Так, тинкер летает. Там все отбегают. Мы снизу будем пошировать. Он бегает, вот. Тимбер развлекается. Давай. Войд. Давай, хроносферу. Там без ультов все. Просто хроносферу. Оп. Хорошо. А я подойду еще. На банкет. Оо. Сейчас тинкер обрадуется. Должен умереть, да. И он должен умереть. Парень жив. Не хочет там подходить. Не хочет. Просто не хочет. Ладно, аппарат захочет. Ну же, лети! Нет! Опять. О! Он не боится, представьте себе, он не боится, он прям бегает и бугует, Что это такое? Ну, парень, завязывай с прыжками на меня.
Хорошая хроносфера. Это как стоит 1 000 000 мипарей. И не попасть ни по одному, лол, вообще забейте. Хоть кого-то убейте, давайте, хоть кого-то. Боже ты мой. Лол, хроно. Надо помочь. Нет, забейте вообще. Туда, если я захожу, это просто столько дэмэджа. Это просто мипарь, 1400 хп, резист на 35%. Ой, блин, еще это Абадон на 500 хп хилит. Вообще нереально убить. Да, нельзя бегать за Абадоном. Зато Скай работает. Скай работает вообще четко. И мипарь с Аегисом. Блин, он еще такой толстый, 1500. Надо следить за этим парнем. Сейчас-то трансфер кто поставишь? Не. Давай, давай. Хроносферку ставить не надо. You can use. One man, it's fine. Абадон неудержим. Абадона самого катка пошла. Что я могу сказать, ребят, драться сейчас вообще глупо. Драться надо начинать, когда ты врываешься, ставишь хроносферу и все хорошо. Опа, ему дали абандон, нормально. По контролю. Мне конец. Все, спасибо, Машуль. Я вижу. Без шансов вообще. Ну же, ну же! Топ главный фидер. Правильно? Шторм и Геомансер. Два главных фидера. Зато минус Аегис и минус Мипарь тоже бодренько. Зарабатываем деньги для всей своей команды. Надо. Так. А еще возьму-ка я его себе в поддержку. Ребят, делики там мало сейчас. Там только один делик. Его без понта играть. Сейчас надо пойти вниз и кого-нибудь поискать. Поиграем 4 на 5.
Так, ну и того мы сделаем вывод, Варц. За ИСС. Итого мы сделаем вывод очень хороший. Здесь варды. Хоть просто, хоть иди в лес этим штормом и просто бей себе БКБ. Пока этого БКБ не будет, можешь вообще никуда не выходить. Один герой меня уничтожает без шансов. О, это у Башер уже. Вообще здорово. Когда будут игры подходить подписчиками, ну, сегодня, и по идее, завтра будут проходить игры с подписчиками. Причем сразу. Сейчас надо раздуплиться, потому что я играю реально как бомж. Мне нужно БКБ, чтобы делать что-то. Еще, конечно, был здорово, если Плойд был в игре. Мы не играли 4 на 5 без главного кэрри, но все же. Окей. Так, мы где-нибудь сейчас на базе поставим, потому что нам где-нибудь вот тут, чтобы он просто был готов напасть на Тинкера и нормально. Я, ребят, люблю Казахстан. А Луга Казахстан. Спасибо, Маша. Все, ну теперь мы знаем очень простую вещь. Куда бы мы ни вышли, куда бы мы ни пришли, бегает дизраптор, который поставил на карте 1 миллион вардов, бегает Мипарь. И нужно, нужно помогать пацанам сейчас. На. Хорошо. О, я его контролирую нормально. Так, минус 2. Все, ребят, БКБшечка рядом. Вот с БКБшечкой у нас будет совсем другая игра. Совсем. Не будет сраных дизрапторов, которые тебя ловят и тебе конец. Вот. Я думаю, шторм будет удалец. Могу сказать, что такие игры вообще ненавижу. Реально, чтобы что-то надо делать, нужно фармить один айтем. Этого айтема нет, ты можешь ничего не делать в этой игре. Так. Давай, будет, фарми дальше. Со своей командой. Было круто, если бы вообще какого-то саппорта выкинул, тогда было норм. Да ей же. Нет раны. Тинкер не хочет лететь. Лети же! Тинкер, давай, спидпуш. Или сейчас поступим план Б. Просто пустим Вайда вперед на мясо, а Тинкер пусть на него прыгает. Потому что все же боятся меня. Я же шторм. Так. Давай, поехали. Сделаем вид, что вот такой вот у нас будет. АФК фарм. Тишина. Резкая, но тишина.
А мы охотимся. А чтобы охотиться, надо сплит-пушить, да? Но пока тиммер сражается, надо просто пушить. Все. Все там. И мы будем забирать тавр. Не справился вы. Увы. Ну, бежать. Бежи! Хорошо. Хорошо. Уйти, 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 уйти. Давайте побегаем, побегаем за вы. А вы триконнектнулся. Ой, хорошо. Уйдем дальше. Хорошо. Тинкер пришел, БКБ КД и ждать Вайда. Убегаем. Ну, Вайда контролировать нельзя, но... Ладно, Войт вернулся, это уже нормально. Все, теперь можно поиграть 4 на 5. Теперь можно поиграть 4 на 5. Думаю, он не прилетит. Он не ж дурак летит сюда еще дальше. Там умеет читать. Интересно. Ага. Ой-ой-ой, как больно, слушайте. Он меня убивает просто за прокаст, это несерьезно. Теперь нужна линка, чтобы контрить геомансера. Я быстренько покушаю сейчас.
Все, ребят, я с вами. Вот это моя миссия. Просто охотиться за... Ну, сами поняли, за кем. Так, дизраптор должен умереть. Аппарат тоже должен умереть. Курицу еще хочется убить, но это поважнее тут бегает. Уж он толстый, посмотрите на дизраптора. Так. Регенимся и последняя тычка. Не. Он еще и быстро бегает, 400 мс. А Тинкер убил. Тинкер убил нашего друга. Best BKB ever, guys. On the life. Вот это ободон у них, так на него Грег смотришь, просто иди, удаешься. Надо подальше находиться от него. Интересно, что идет драка, у нас бараки до сих пор стоят. Еще 10 секунд, и я на это нормально войду. Мипарь у нас вернулся. Ой, да, сколько. Раносверка, нет, пожалуйста. Пожалуйста, не убивай бараки. I feel like shit with this game. Да. Как бомж играю. Сейчас, ребят, я играю как бомж сейчас. Лучше ничего не пишите мне. Я просто как... Боже мой, слава богу, что это первая игра, но надо кого-то попроще в первой игре, блин. Точно не шторма. Это просто жесть. Вот когда-то снимали мувик по Хиао 8 на International, вот про меня вот в этой игре можно, наверное, по одной игре про меня мувик снять. Какой вот... Какой я не очень... Нет, живи, живи, живи. Ай-яй-яй. Так, надо брать Вайда и снова контролировать. Сейчас будет царская хроносфера. Ха-ха-ха.
За Нави. За студию Нави. Надя, знаете, какой смайл придумать? Я вот просто так думаю, нужно придумать смайл Lost Bombs. Вот очень хороший смайл будет. Я честно говорю, или там, не знаю, Lost Roll, что угодно. Все хорошо, Машу. Тут сказал, что не смотри. Сори, сорки. Сорки.